Людмила Похитун історією була захоплена з самого дитинства, але батьки вирішили, що вона стане будівельником. Жінка займалася експертизою та кошторисною документацією і стала однією із найкращих у місті. Її допомоги потребували навіть у таких масштабних проєктах, як стадіон Олімпійський, що у Києві. Але цікавість до історичної науки не зникала. Людмила Афанасіївна стала вивчати історію виникнення Кривого Рогу і зрозуміла, що тут є багато прогалин. За декілька років спілкування, пошуку інформації в різноманітних архівах, Людмила зібрала стільки фактів, що вистачить на цілу книгу. Можливо, скоро вона її опублікує, а ми покажемо її власну, просту історію. І зараз воплощається в життя моя та дитяча, юношеська мечта. Займаюсь Кривим Рогом, історією Кривого Рога. І, якщо Бог дасть, сумію опублікувати, написати, структурувати, подати те, що я зібрала. Когда мне было лет 14, я стала говорить о том, что я хотела бы получить историко-архивное образование. Ну, до поры до времени молчали, вроде соглашались, а после окончания десятилетки я вот заявила, что хочу поступать в университет, то тут пошли разговоры, что это сложно, что это опасная профессия. Ну, стала строителем, а тем не менее интерес к истории никогда не пропадал. Я пошла по направлению работать Трест Криворожсталь-конструкция. Я работала с проектными институтами, выполняла внутреннюю экспертизу, такую проектную, сметной документации. Проходит время, мне кажется, что я стала хорошим строителем. Несмотря на то, что вроде это вынужденно я получила эту профессию. Читала исторические романы, тем более тут вот Пикуль много стал публиковать абсолютно нового. А потом сообразила, что ну, в результате достигла какой-то базы, что по-другому можно познавать историю. А это если ты читаешь первоисточники, то есть ну, какую-то мемуарную литературу, воспоминания, эпистолярное наследие. Тут оказывается, это город, в котором я живу, в котором жили мои родители, дедушки, бабушки, мои знакомые. Я его люблю, он мне родной, он близок, а я ничего не знаю о истории. Ну, стала интересоваться, а пустое место. Нету, легенды одни, истории как таковой вот цельной, такой вот представленной, знаете, хронологически правильной. Нету такой вот истории, правда. Стала работать с музеями, с архивами, и так понемногу вот в течение 6-7 лет собрала много материала абсолютно нового о Кривом Роге. И вот сейчас работаю на протяжении вот более 5 лет над этой книгой. Стала беседовать с криворожанами, стала записывать их мнения, их воспоминания. Ну, потом расширяется база знаний, осмысляешь по-другому. Стала работать с рудами. Парадная сторона этого дома, она богато украшена. Внешний вид в целом не тронут. Более 100 лет прошло. Прошли революции, войны. Слава Богу, сохранился внешний вид здания. Внутри оно перестроено. Благодаря Рудане, мне кажется, я вот все же замахнулась на серьезный труд. Думаю, что я сумею его довести до ума, издать и представить более цельную вот такую картину образования Кривого Рога. Краеведы, они вроде поддерживают и считают тоже, что то, на что я замахнулась, это очень значимо. Сбор информации, скажу, что это чрезвычайно трудная работа. Порой для того, чтобы докопаться до какого-то вроде изначально ну, вроде неважного факта. Тратишь, Бог его знает, сколько времени, усилий, и в том числе и денежных средств. Вообще хочется же не легендами пользоваться, а истину подать. Вот сейчас, пользуясь случаем, я и хочу обратиться. Может быть, криворожане кто-то что-то знает о Верабовой. Может быть, эта передача поможет мне разрешить проблему, задачу, над которой я бьюсь 5 лет.
чрезвычайно сейчас вот внутреннее удовлетворение у меня имеется по поводу материалов, которые я собрала о Калачевском. Я вот говорила и говорю, не стесняясь это говорю, что многие так вот личности, которых мы сделали героями Криворожья, они, ну, не совсем тянут вот на такие личности, перед которыми стоило преклоняться, брать пример, знать, ставить памятники. А вот Сергей Николаевич Калачевский – это как раз такая личность. Материалы, которые есть в архивах Украины, они не оцифрованы, они недоступны для широкого пользователя. Ищешь какие-то неофициальные подходы, частые, густые, ты получаешь, ну, недостоверную информацию или не ту информацию, которую бы ты хотел бы иметь. Чем мотивация, не знаю, но это стало сутью жизни. Так хочется, чтобы самому докопаться и поделиться с криворожанами, со своими земляками, какая наша богатая земля. Я Людмила Пахитун, и это моя простая история.